Приветствую, друзья! Прямо сейчас, 2 июля, мы находимся в Санкт-Петербурге, и это выставка Vegan Fest. Точнее, это фестиваль. Нет, еще точнее, это команда единомышленников. Мы гастролирующий фестиваль, и мы провели фестиваль уже в городе Москва и в Санкт-Петербурге. Следом Казань, Новосибирск, Екатеринбург и другие российские города. Мы делаем здоровый, вегетарианский, веганский, сырой образ жизни понятным и приятным. Мы приезжаем в город и собираем местные и всероссийские проекты, спикеров, лекторов, кулинарные студии, производства, которые делают наш образ жизни еще более здоровым. И это настоящий праздник. Фестиваль всегда происходит с утра и до вечера. Между тем, чтобы сходить поесть, приготовить, узнать, поговорить, мы проводим развлекательные сессии. Это музыкальные концерты. Это какие-нибудь флешмобы, это конкурсы, это дискуссии. Например, через час у нас начнется вег-баттл. Мы позвали блогеров, мы позвали людей, которые являются вегетарианцами с самого рождения, для того, чтобы выяснить, какие преимущества им дает такой образ жизни. И, в принципе, каждый наш фестиваль – это вызов. Мы пытаемся узнать, а в этом городе возможен ли здоровый, вегетарианский, веганский или сырой образ жизни? И кому же пойти, кому обратиться, у кого что купить, у кого научиться, на кого посмотреть, чтобы понять, что действительно быть здоровым в городе – это возможно. Vegan Fest следующий пройдет в Москве. Если вы не увидите на нашем сайте своего города, но вы хотите, чтобы такой фестиваль прошел в вашем городе, оставляйте заявку на нашем сайте, пишите личные письма Андрею Четверякову или мне, Ангелине Пятницкой. Vegan Fest – это фестиваль для не только для тех, кто уже питается тем или иным образом. У нас здесь есть и праноеды, люди, которые питаются только солнечной энергией или только проходят детокс, то есть только стараются очиститься к весне, к лету. В общем-то, мы приглашаем всех, как участников, так и партнеров, поддержать здоровый образ жизни и заявить о себе на Vegan Fest.